Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя подошла к концу. Самое время настроиться на интересные и захватывающие выходные. Куда сходить и что посмотреть в Самаре, я расскажу прямо сейчас. В субботу музей Эльдара Рязанова приглашает юных самарцев на интерактивное занятие в гостях у сказки. На нем расскажут, как праздновали Новый год и Рождество в дореволюционной Самаре, покажут миниатюру театра теней по сказке «Свинопас» датского писателя Ганса Кристиана Андерсена и проведут мастер-класс по созданию новогодней открытки своими руками. Начало в 12:00. За окном зима, а в этот сезон особенно приятно пить чай в хорошей компании. В музее-галерее «Заварка» об этом знают и приглашают жителей города на чайную церемонию в ожидании Рождества. Вы узнаете, о чем говорили за декабрьским чайным столом в самарских гостиных 100 лет назад, почему украшения для елки предпочитали делать своими руками и как чайное застолье помогало правильно подготовиться к Рождеству. Вы познакомитесь с традиционными для рождественской поры чаями, способами их заваривания и подачи и унесете с собой рецепты традиционных домашних угощений. А в конце встречи сможете самостоятельно собрать чайные подарки для своих близких. 23 декабря, начало в 18:00. 23 декабря Центральная городская детская библиотека приглашает зрителей на новогодний вокальный концерт. Не подпевать любимые песни про чудеса точно не получится. Театрализованные моменты концерта, яркие костюмы и талантливое исполнение подарят вдохновение и радость. Начало в 12:00. В воскресенье в театре «Самарская площадь» покажут спектакль «Фэншуй». Это детектив, и сюжет держит зрителя все время в напряжении. В то же время легкий тон и острый юмор делают спектакль легким для восприятия, оставляя приятное послевкусие. Спектакль идет в театре уже более 10 лет и не теряя зрительского интереса. Убедиться в этом можно будет 24 декабря в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.